приветствуем в Центре современного искусства «Аурум». Очень рады вас пригласить в образный класс. Мы с Владимиром уже этот образный класс ведем лет 5, наверное. И всегда, когда мы его начинаем, мы начинаем как-то себя поднимать относительно самих себя. Вот что мы рисовали, натюрморты, наброски с живой натуры. Но как только приходит время образного и портретного класса, мы начинаем быть историками, философами, какими-то людьми, которые просматривают, кто были его предки, кто жили, какие люди жили.